Знаете, маленькие щенки любят все погрызть. У них режутся зубки, и они могут грызть все вокруг. Провода и все такое нужное, ценное. Как же избежать этого? Во-первых, нужно побольше щенку давать игрушек, всяких резиновых, косточек из сухожилий можно покупать в зоомагазине. Если все равно щенку этого недостаточно, он все равно продолжает грызть, сделать раствор с красным перцем, смесью просто хорошенько намазать эти провода, еще также и специальные смеси, пшикалки разные, которые продаются в зоомагазине, можно их приобрести. Ну, в общем-то, вот смесь из перца очень хорошо помогает. Конечно, можете вы сказать, это жестоко, но еще более жестоко, по-моему, как я прочитала на одном форуме, девочка привязала своего щенка на поводок куда-то там к батарее, и он у нее сидит целыми днями привязанный держать, ну, в клетке, это тоже жестоко. Он там погрызет, попечет ему ротик, но и больше не будет уже грызть.